Ненадолго спустимся с вами в нижние миры. Это хвостоглот, зубастый, рогатый монстрик. Не скажу, что он добрый, хотя многие считают его очень милым. Хвостоглотом его называют, потому что на конце его хвоста можно наблюдать своеобразную пасть. Употреблять пищу он может и через рот, и через хвост. Хвосты у них очень сильные и гибкие, подобно змеям. А еще они напоминают хищные растения, как венерина мухоловка, к примеру. Этот малыш песочно-золотой. Но у него есть братья. В конце ролика я вам их покажу. Хвостоглоты всеядны, так что могут съесть даже ваш пульт. Такова их магическая природа. Обычно у них на шее можно наблюдать кулоны. Это один или несколько их клыков на удачу. И где же они берут эти клыки? А вот поди знай, возможно, после очередной драки осталось. Трофеи. На данный момент известны только эти окрасы. Но мы с вами обязательно изучим все.